Духовный центр имени пророка Иссы сегодня посетили представительницы андийских сел Бутлихского района. Им провели экскурсию по строящейся мечети, после чего женский коллектив оказал помощь в благоустройстве территории духовного центра. Сегодня нам была предоставлена возможность посетить этот центр, принять участие в его благоустройстве, поухаживать за посаженными деревьями. Хвала Аллаху за это и огромное спасибо всем, кто приехали, отозвались на это. Пусть этот визит станет причиной довольства Всевышнего Аллаха. Этот центр строит народ, не только народ Дагестана, но и народ всей России. Сегодня особо глаз радуется и сердце радуется, когда смотришь на бутлихских женщин, например. Сегодня они, вчера другие, завтра еще другие. Только женские руки могут делать такую работу ювелирную, ухаживая за деревьями.